Апостол Павел продолжает рассуждать о практической жизни детей Божьих. Вы знаете, что люди постоянно себя посвящают какому-либо делу? Кто-то посвящен музыке, кто-то работе на производстве, кто-то рыбалке. А даже есть история про то, как два рыбака встречаются, и один другому говорит: Ты знаешь, друг, я ведь женился недавно говорит, вау, ну ты женился. Я же знаю, что ты никогда ничего просто так не делаешь. У тебя жена, то ну, красивая, наверное. Вот говорит, да нет, страшная, боюсь ее общаться. Ну, тогда, может быть, она добрая, очень там, характер у нее хороший. Да нет, говорит, жуткий характер, сварливая, пилит меня все время. Ну, тогда, может, она хоть богатая там у тебя? Да нет, говорит, вообще не богатая там, нищие, ничего за ней нет. Он говорит, так а что ж ты, собственно, на них женился? Она говорит, ты знаешь, она рыбок в аквариуме разводит. На них так здорово щука клюет. А... Рыбак всегда рыбак. Он посвящен рыбалке. Даже его семейная жизнь служит любимому делу. Христиане же это люди, жизнь которых всецело посвящена Христу. Об этом говорит здесь апостол Павел. Мы переходим уже к пятой главе, и давайте прочитаем об этом стихи с первого по седьмой. Итак, подражайте Богу, как чаду возлюбленный, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное а блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив – благодарение. Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель – не имеют наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами – ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Итак, не будьте сообщниками их. Христиане – это люди, жизнь которых всецело посвящена Христу. Как должны жить дети Божьи? Павел описывает здесь три принципа жизни детей Божьих. Во-первых, Павел говорит, дети Божьи подражают Богу. Итак, подражайте Богу. Как чадо возлюблены, подражайте так, как это делают дети. Подражать интересно, здесь используется греческое слово мемесис. Оно, кстати, составляло ну, такую важную часть древнего образования. Например, если вы хотели быть хорошим оратором в древности, то ваше образование бы строилось на трех так сказать, китах, теория, практика и подражание, мемесис. Хороший оратор должен был не только знать теорию, не только уметь говорить, но и уметь подражать хорошим ораторам. Так как вы, ну, обучаетесь новому образу жизни, как бы говорит нам здесь апостол Павел, как дети подражайте Господу во всем. Подражайте Богу, как Чада, возлюбленные. Дети всегда подражают родителям. Мне очень нравится вот эта картинка. Дети всегда чуть похожи на, на своих родителей. А, даже рассказывают историю ну, про то, как ученики подражают учителям. Был дирижер, хоровик, у которого не было двух пальцев а, вот, среднего и безымянного. Поэтому он дирижировал все время вот так. А, значит, и многие его ученики, несмотря на то, что у них был средний и безымянный палец, все равно дирижировали вот так. И именно по этому жесту можно было узнать учеников этого дирижера. Нет ничего противоестественного в том, что дети похожи на своих родителей. Они обладают характером своих родителей. Они инстинктивно подражают их поведению и поступкам. И Бог дал нам право быть Его детьми. Поэтому... Мы подражаем Богу, как дети. С кем ты общаешься, кого ты любишь, кого ты уважаешь, тому ты, собственно, и начинаешь подражать. Поэтому апостол Павел призывает нас, подражайте. Подражайте, в первую очередь, в любви к Христу. Живите в любви, как? как Христос возлюбил вас. Вот Христос дал вам образец любви, вы этому подражаете. И буквально апостол Павел здесь говорит, ходите в любви. Вот то же самое слово, помните, мы говорили о привычном маршруте. То есть любовь должна стать привычным маршрутом вашей жизни. Конечно, вы иногда будете сбиваться на окольные пути раздражительности или ненависти, но любовь – это ваш ежедневный маршрут. Если сбились с него, Срочно возвращайтесь. Эм, история знает того, как люди умеют жить в любви, как они пытаются помочь друг другу. Эм, я знаю притчу о двух братьях. Старший был женат, у него была жена и дети, а младший жил один. И они эм, выращивали хлеб, и у каждого во дворе была такая яма для хранения зерна. И вот старший брат говорил все время, ну, у меня жена, дети, дети уже подросли, они тоже работают, я могу больше заработать. А брат мой, ну, он один живет, ему надо помочь. И поэтому часто ночью он брал зерно из своей ямы, шел к брату и высыпал зерно в его яму. А младший брат, ну, обычно рассуждал так, ну, я один живу, мне много не надо, а у старшего брата, у него жена, дети все-таки. Семья большая. Надо ему помогать. Поэтому тот обычно под утро тоже набирал мешок и сыпал зерно старшему брату. Так Бог, в общем-то, и приумножал их добро. Интересно, что вот, к сожалению, у христиан почему-то не так. Мы ищем в первую очередь как бы себе своего прибытка. А Христос возлюбил нас. И он передал себя в жертву. Он отдал самого себя, поэтому Павел говорит, подражайте в жертвенности, как Христос возлюбил нас и передал себя, предал себя за нас в приношение и жертву Богу. Жертва – это когда тебе трудно сделать что-то, но ты это все же делаешь. Если у тебя есть целая жареная курица, и ты отломил крылышко от нее и отдал ближнему своему, это, собственно, еще не жертва. Когда ты поделился с ближним последним сухарем, вот это жертва. Поэтому апостол Павел говорит: это не просто жертва Богу, Христос принес жертву в благоухание приятное. Потому что бывает жертва, которая Богу неприятна. Ну, в Ветхом Завете мы читаем, например, Ефай принес человеческую жертву, это было неугодно Богу. Неискренная жертва, молитва, когда ты отклоняешь сердце свое от слушания закона, молитва твоя становится мерзостью. Иногда пожертвование может стать мерзостью в глазах Бога, потому что сделано неискренно из нечистых побуждений. История э, существует про то, как умер олигарх такой полуанекдот, и вот приходит он на суд Божий. И там в дежурной канцелярии его личность устанавливают, и ангел ему говорит: Так, значит, ваша фамилия такая-то, сожалею, но вам в ад. Вы неверующий человек. Кто-то возмущается, как это? Я неверующий. Да я много жертвовал. Я этот меценат в натуре, э, там две церкви построил, э, двум митрополитам джипы купил. Значит, нищим на Пасху и на Рождество по тысячи баксов там раздавал, а там дел говорит: нет, извините, вам все-таки ад, а насчет денег не беспокойтесь, вам их сейчас вернут. Очень часто мы думаем, какими-то ну своими, может быть, деньгами, богатством вот этим вот приобрести Божье расположение. И тогда жертва становится мерзкой. А Павел говорит, подражайте Христу. Он принес жертву в благоухание приятное. Он спас вас с собой. Поэтому дети Божьи, они в первую очередь подражают Богу. И это первое правило в жизни детей Божьих. Первый принцип. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования – от нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com Второй принцип жизни детей Божьих состоит в том, что они отвергают грех. Грехи даже не должны именоваться у вас как приличными. Беспощадно должны изгоняться из христианской жизни грехи. Не только не должны существовать эти пороки, но и говорить о них христиане между собой не должны, как о чем-то само собой разумеющемся. Не миритесь с ними, без, беспощадно изгоняйте. И вот какие грехи. Во-первых, у Павла, кстати, почти всегда в списке грехов это стоит на первом месте, блуд, Любые незаконные сексуальные отношения, блудодеяние, любодеяние, разврат, проституция, так определяют словари, греческое слово ⁇ "парне". От этого слова произно, происходит наше слово, слово ⁇ порнография ⁇ Любое незаконное удовлетворение своих сексуальных инстинктов. А законное удовлетворение ⁇ одно ⁇ это брак. То есть все, что... Приводит тебя к сексуальному возбуждению и к сексуальному удовлетворению вне брака. Все это, собственно, называется блудом. Поэтому это должно быть беспощадно изгоняемо из жизни всякого христианина, включая порнографию, включая мастурбацию, включая разные разные формы э, там виртуального секса, как сейчас модно и так далее. Далее Павел говорит, из вашей жизни должна быть беспощадно изгнана нечистота. Греческое слово «катарсия» а буквально это означает «нечистота», перевели хорошо. А в переносном смысле это «порочность» или «аморальность». И речь здесь уже идет не только о нечистоте похотливой, развратной, но и вообще о распутной, аморальной, расточительной жизни. Это, если можно так сказать, аморальность в широком смысле этого слова. Сюда можно включить и предательство, обман, мошенничество, скотское поведение, как мы это называем. Например, вы знаете, вот люди этого мира часто путают, что морально, а что аморально. Ну, например, Владимира Карамурзу в свое время исключили из комсомола за аморалку. Амораль... Аморальность Карамурзы заключалась в том, что он пел песни Булата Шаловича Акуджавы. А вот комсорг, который исключал Карамурзу, он развелся со своей женой, потому что брат жены был осужден по диссидентским делам. И в заявлении этот комсорг написал «Не хочу жить с сестрой врага народа». И вот это у него считалось, стало быть, моралкой. На самом деле, эм, аморальность может быть, видимо, только если мы ее сравниваем с законом Божьим. Не с человеческими законами. Аморальность в широком смысле этого слова, в соответствии с Божьими законами, Божьими заповедями, должна изгоняться. Следующее. Грех, который должен быть... Беспощадно изгнан изгнанный, отвергнут ⁇ это любостежание. Греческое слово ⁇ «плеонексия». Буквально оно означает корыстолюбие, жадность, свои лихоимство или ненасытимость. Вообще любостяжание или плеонексия – это страсть к приобретению, страсть к наполнению. Вам давно уже не нужно. Вот, это вот, вот эта вот покупка, которую вы там приобретаете. Но вы ее все равно приобретаете, потому что у вас есть некая страсть. Есть такое современное понятие шапоголизм или шапоголики. Когда человек не может прийти в торговый центр, что-либо не купив. Даже порой на последние деньги. В принципе, этот порог на самом деле очень древний. И апостол Павел говорит, что и такие пороки должны быть беспощадно изгоняемы. Далее, сквернословие. А исхрот из хротес, греческое слово, буквально оно переводится как постыдность, непристойность, безобразие или уродливость. Конечно, оно относится к словам. Вообще, если вот эти первые три греха относились к моральной сфере, ну, наших, нашего поведения, то следующие три греха, о которых Павел здесь говорит, относятся к нашим словам. Это речи, вызывающие чувство годливости. Такие уродливые, мерзкие речи. Причем, опять же, здесь не обязательно мат. Некоторые думают, что, ну, речь идет исключительно о мате. Иногда человек вроде бы говорит литературными словами, но речь вызывает омерзение человека слушать Неприятно. Сквернословие. Пустословие тоже говорящее греческое слово. Морология. Э, ну, морология, если ставить ударение по-гречески. Э, это речь слова, от которых какой-то морок находит. Глупые речи. Глупости, вздор. Речи, от которых трещит голова. Ну. Обычно говорят, что этот грех присущ в основном женщинам. Даже шутят, что женщины, скорее всего, в Царство Небесное не попадут, потому что в Откровении написано, и сделалось молчание на небе как бы на полчаса. Из чего некоторые толкователи делают вывод, что женщины, они же не могут полчаса молчать. Но правда, конечно, это, наверное, преувеличение. Я слышал и мужчин, речи которых вызывают тошноту, ну, потому что они трещат, как, как сороки, и невозможно слушать. Христианин должен учиться говорить мудро. Не пустые слова его должны быть. Далее грех следующий, который должен быть изгоняем, это смехотворство. Евтропилия. Кстати, это слово переводится как непристойное шутовство. Речь здесь не идет вообще о шутках и смехе. Апостол Павел и сам обладал э, завидным для древнего иудея чувством юмора, потому что вообще древние, у древних иудеев с чувством юмора было плохо. Но апостол Павел и сарказм потребляет, и иронию в своих, э, так сказать, э, описаниях. Но и даже Христос, многие его фразы можно воспринять как шутку. На самом деле, даже сторонники таких строгих христианских правил, ну, например, монахи, там, православные, они все говорят о том, что шутка сама по себе не грех. Я даже читал, как в одном из подмосковных монастырей, там молодые послушники, ну, подростки, там пришли к старцу и стали говорить, ну, там они как бы пытались выглядеть очень благочестиво, значит, возвышенно, пытались подражать старцам. И старцы спрашивают, там, расскажи нам, отче, о нетварном фаворском свете, об учении Григория Палома и так далее. Старец слушал, слушал их вопросы и сказал, вот у меня тут есть книга, ребята, которая вам поможет. И достал им Винни-Пуха в переводе, значит, Захадера. Послушники с ужасом спрашивают: а докуда нам отчи изучать книгу Сию? Говорит, ну, примерно до слонопотама. Значит, дальше, думаю, все поймете уже сами. И вот эти послушники исцелились от несвойственного их возрасту стремления к преждевременному старчеству. Что же имеет в виду Павел, когда говорит слово, переведенное у нас, как смехотворство? Слово «эвтропелия» — это глупые и непристойные шутки. Это то, как мы говорим сейчас, юмор ниже пояса. Заметьте, вот это вот слово, оно непосредственно связано вот со всем тем, о чем Павел говорит здесь выше. Примерно так шутят сегодня Герои там аншлага, герои камеди-клаба, и так далее. В общем-то, вот все шутки, которые ниже пояса, так называемый туалетный, пошлый, сексуальный юмор, а также шутовство, которое унижает твоего собеседника, есть шутки легкие и приятные, над которыми все смеются, и никто не обижается, но вымазать дверную ручку майонезом плюнуть на кнопку в лифте. Это вот как раз то, о чем здесь говорит апостол Павел. Это шутки, унижающие человека, унижающие, приводящие к непристойности. Поэтому здесь Павел выступает даже неким апологетом тонкого вкуса. Глупые шутки – это грех. Это не просто признак такого дурновкусия глупые, неуместные, непристойные шутки. Это грех. Поэтому дети Божьи отвергают его. Почему отвергаются этот, эти грехи? В пятом стихе апостол Павел объясняет. Грех отвергают по одной простой причине. Это идолослужение. Ибо знаете, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель который есть идослужитель, идолослужитель. Почему все эти грехи беспощадно отвергаются? Это идолослужение. Служение бесам блуда, аморальности, шопинга. В первом послании к Коринфянам Павел говорит, а я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Каждый наш грех – это причастие бесам. Это такая сатанинская черная месса, от которой лучше отмежевываться. Тут же просить прощения, сокрушаться о своем грехе, удерживаться от него. Для неверующего человека грех – это ничего страшного. Это ну, просто ты едешь на электричке, объявляют, следующая станция такая-то. Для, для неверующего грех – это просто следующая станция в его жизни. Для верующего каждый грех – это крушение поезда, после которого нужно очень серьезно восстанавливаться, выбираться из него. Поэтому Павел очень серьезно а, говорит о том, что грешники не имеют наследия в Божьем Царстве. С 5 по 7 стихи Павел серьезно объясняет причину, почему нужно избегать греха. Ибо знаете, что никакой блудник или нечестивый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления, и так не будьте сообщниками их. Божий приговор здесь гласит, что бы там не заявляли люди, что жизнь, характеризующаяся вот этими грехами перечисленными выше, предназначена для адского вечного наказания. И люди будут пытаться это оспорить, и Павел поэтому предупреждает, пусть никто даже не обольщает вас пустыми словами, пусть даже никто не говорит, что да ничего страшного, грех нормально. Павел говорит, не делайтесь сообщниками, буквально сопричастниками. Это очень интересное слово. В третьей главе, в шестом стихе, это же слово употреблял Павел, когда говорил, вы сделались сопричастниками Христу. А сейчас Павел говорит, вы можете сделаться сопричастниками тех, кто будет в аду. Это очень серьезное предупреждение. Если мы приучаемся грешить, мы рано или поздно отвергнем Христа как Спасителя, отречемся от Него. А это может привести нас к очень и очень печальным последствиям. Именно поэтому Павел говорит, дети Божьи отвергают грех, даже не приучаются к нему. Ну и, наконец, третье правило, третий принцип жизни детей Божьих. Ему отведено очень короткое, так сказать, место в этом фрагменте. В четвертом стихе мы пропустили а, одно слово, буквально, благодарение. В четвертом стихе Павел говорит, а напротив благодарения. Вот он много-много грехов перечислял, и против них ставит всего одну, казалось бы, добродетель – благодарность. Но эта добродетель очень важна. Это противопоставляется всей безнравственной и безбожной жизни. Жизнь благодарения. Это сущность Бога – дарить благо – и само слово благодарность возвращать благо, давать благо взамен. Благодарность это жизнь, угодная Богу. Заметьте, когда люди не благодарят Бога, Писание говорит, они сходят с ума, со временем их разум помрачается. Послание к римлянам об этом говорится. Если ты не возблагодарил Бога, не прославил его как Бога, помните, мы говорили, если человек. Видит прекрасную картину или слышит прекрасное музыкальное произведение и не понимает, что это прекрасно. Мы говорим: этот человек глупый, он просто ну, недалекий. Ну, как бы нормальный человек будет восторгаться. Если вы видели прекрасную картину, я помню, первый раз я попал в Третьяковку. Я простоял больше часа возле картины Репина: Иван Грозный убивает своего сына, меня поразили глаза. Я смотрел и всякий, кто скажет, что Репин не гений, для меня моментально, ну, теряет э, репутацию человека ну, умного, что ли, понимающего. И вы знаете, мы всегда рассказываем о том, что нам понравилось. Всегда там в интернете понравился тебе ролик, его тут же пересылают друзьям. Мы всегда что-то хвалим. Человек всегда, человек устроен так, что ему нужно что-то хвалить. Мы хвалим вкусный суп, который нам понравился. Мы хвалим хорошее кино. Мы хвалим хорошую музыку. Мы хвалим там своих друзей. Мы хвалимся своими родственниками, прекрасной женой, хорошими детьми и так далее. Мы так устроены. Тот, кто не благодарит, человек с поврежденным умом. Об этом, собственно, говорит послание к римлянам. И неблагодарность – это признак конца света. Во втором послании к Тимофею, когда Павел описывает качество людей последнего времени, у него присутствует и такой признак – они будут неблагодарны. Писание объясняет нам, что неблагодарность Богу закрывает дверь спасения, потому что это грех, фактически грех сатаны – Гордыне, неверие, отвержение Бога, когда человек говорит, да зачем мне Бог? Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня. И кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие. Буквально тот, кто приносит жертву хвалы и чтит меня, тот подготавливает путь для Божьего спасения. Так звучат эти слова в оригинале. Символом неблагодарности в Японии, кстати, считаются кошки. Есть даже японская пословица. Будешь кормить собаку три дня, она будет помнить три года. Будешь кормить кошку три года, забудет через три дня. Существует интересная закономерность. Неблагодарные люди, как правило, не любят никого ни о чем просить. Это распространяется на их взаимоотношения с Богом. Неблагодарный принимает Божьи щедроты как что-то должное, поэтому никогда не благодарит Творца за милость и благодать. И одновременно он ничего не будет просить у Бога, полагая, что Бог сам обязан ему дать все, что требуется. Но практическая жизнь детей Божьих – это жизнь благодарности. Не по принципу «дашь на дашь», не по принципу «ты мне, я тебе», Наша благодарность не за что-то, а кому-то, Богу. Итак, три принципа жизни детей Божьих, посвященных Иисусу Христу. Дети Божьи подражают Богу, дети Божьи отвергают грех, и дети Божьи благодарят Бога. Будьте посвящены Богу, и Бог благословит вас. Аминь. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.